друзья, поздравляю вас с Новым Роком. И сегодняшнее видео будет не таке, как минулі. В этом видео вы увидите, как я записался тут, недалеко от где я живу, на такие курсы, достаточно интересные, это по альпинизму. То есть это как бы такая стенка с всякими такими выступами, и там треба триматься руками и подниматься по этих выступах как бы вверх. Я спочатку думаю, ну что там подниматься, руками тримаюся, поднимаюся себе и все, и уже там 5 минут сверху. Оказалось, не так это просто. Просто триматися руками и подниматься доверху. Я после этих курсов почав тренувати пальці и просто віджиматися на самих пальцях. Тобто так, руку ставиш и віджимаєшся, и просто присідати. И эти вправи, ну, набагато полегшують, скажем так, цей підйом наверх. Там висота була, казали, 12 метрів. І цих 12 метрів вилізти туди вверх і спуститися вниз. Ну, спуститися ти не спускаєшся, ти просто пригаєш вниз, спускаєшся на шнурку. А піднятися треба руками. І, ну, тобто руками тримаєшся, як оказалося, нагрузка вся йде на ноги. Не руками піднімаєшся, а от іменно ногами. І от в чому прикол. То перший раз, коли я піднімався, я там зірвався, побачите цей момент. А другий раз, друга вже сторона, там вже важча. І на цій важчій стороні там взагалі було реально важко вилізти, тому що я, ну, ніколи не лазив, скажімо так, вертикально, горизонтально по цих стінках. Тобто це реально важко було для мене. Тому заходьте, дивіться. Ну, з вас лайк, і, до речі, скоро буде проводитись розіграш. Я думаю, вам буде дуже цікаво. То, щоб його не пропустити, підписуйтесь внизу на канал, ставте, нажимайте на колокольчик, і ви тоді зможете пропустити відео з самим розіграшем, що там має бути. Все, гарного перегляду, щасливого Нового року. Руки вот так придержись, просто ноги подогни. Угу. Вот видишь, на веревочке висишь. Угу. Все нормально, веревка тебя бросит. Правильно? Да. Все, пробуем.
их и забиваются, да? Их можно сложил пальцем, да, чтобы пальцы не сгибались, да? И потянуть. Поэтому не наискось детки обычно тянут, да, прямо тянутся вот эти мышцы, оно немножко расслабляет. То есть чем сильнее тянешь, такая приятная болезненность появляется вот здесь. Да? Да. Ну вот мышцы отдыхают, кровь туда будет быстрее поступить. Да, Вашку. Потому что руками. Потому что пока еще не привыкли ноги использовать, ногами легче. Если будете ходить, то в принципе за месяц я. Ну и хотите быстро начать лазить, много приседаете. Много приседать? Да. Я и детей за все это начинаю заставлял. То есть будешь хотя бы 3 раза, 3 по 25 раз приседать, через недели 3 месяц будешь 1 раз точно на ноге приседать. На одной ноге. Будешь 10 раз на одной ноге приседать, здесь будет легко. Хотя бы говорю, начинать с 25 раз, 3 раза в день. 25 просто, раз проседать, да, на двух ногах с ровной 3 раза в день. Ну, желательно. Будет больше, будет лучше. Но опять же, уровня. Не надо рвать. Потихонечку. Говорю, да. Да, это обычная физкультура. И если через месяц хотя бы раз-два будете на одной ноге приседать, это сразу здесь увидите. Намного легче станет. Что? А, за страховку, да. Нагружай. Вашка на руки. Конечно, рукам тяжело. Ну, туда трошки подбил. Ну, вот эта вот мышца, она чуть-чуть. Да, то есть она такая. Если висишь вот так, то на пальцах висишь, то вот это растет. Поэтому старайтесь, живот ближе, хочется отдохнуть, руки вытянули. Хочется отдохнуть, присядь, дай руке выпрямиться. Потому что согнутая рука перенапрягается вся, убивается быстрее. Нога все-таки сильнее, на ноге легче сидеть, чем висеть на руке. Саня, снимаешь видео? Короткое, там секунд 10, по памяти не хватит. Туда лучше сразу, да. Там где себя руками без того. Ну, просто правая, да. Рука, правая нога потом туда встанет. Правой сюдой, да? Снимайте потом. Они пробуют потом. Сейчас попробуем. Что?
Эмоции выпускаем. Нет. Я сейчас забираю. Давай, давай. Вот, вот, все, стоп. Молодец. Давай, встаем. Давай на ноге. Нагружай. Сюда наклонился, эта рука...